Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar, aziz mehmonlar, muhtaram mezbonlar. Avvalambor barchangizni fayzli oqshom, sevgi va muhabbat ayyomida xush ko'rdik deymiz. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Добрый вечер, уважаемые гости. Добро пожаловать на эту красивую сказку. Именно сейчас под наши самые бурные аплодисменты в этот великолепный зал войдут наши главные герои. Уважаемые гости, прошу всех подняться с места. Встречайте, в зал входят жених и невеста. Итак, уважаемые гости, именно сейчас пройдет самая прекрасная церемония, церемония государственной регистрации брака. Прошу всех, присаживайтесь. Демак, азизлар, айна кейкаларда сиз кечамизнинг асосий қаҳрамонлари Jasurbek hamda Kamila xonning nikohlari qonuniy ravishda qayd etilayotgan jarayonga bevosita guvoh bo'lasiz. Demak, biz mamnuniyatingiz so'z navbatini fuqarolik holatlari dalolatnomalarida yozish bo'limasining maxsus xodimasiga beramiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Marhamat. Azizlar, yana bir bora barchangizni fayzli oqshom, sevgi va muhabbat ayyomida xush ko'rdik deymiz. Еще раз добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Еще раз яркий и праздничный вечер, уважаемые гости. Добро пожаловать на эту прекрасную сказку. Только что под наши самые бурные аплодисменты в этот зал вошли наши главные герои. И только что прошла та самая прекрасная церемония, церемония государственной регистрации брака. И на наших глазах родилась новая счастливая супружеская пара. Они самые красивые пары сегодняшнего вечера. Если кто-то согласен со мной, давайте бурно поаплодируем. Ваши бурные овации, дамы и господа. Спасибо огромное, спасибо. Ну и, конечно же, от лица всех гостей, кто сегодня собрался на этом торжестве, от лица всех, кто сегодня будет выступать с этой сцены для вас, уважаемые гости, мы поздравляем вас, дорогие жених и невеста. Желаем вам счастья, желаем вам любви и долгих-долгих лет совместной счастливой жизни. Будьте счастливы. Aziz yoshlar, oila deb atalmish qo'rg'onga bugundan e'tiboran qadam qo'ygan ekansiz, albatta uni muqaddas bilib tinch totuv hayot kechiring deymiz. Zero, oilang tinch yurt farovon, yurtning farovonligi esa albatta mamlakat barqarorligini ta'minlaydi. Kelajakda o'g'ildir, qizdir, eng asosiysi sog'lom farzandlarning mehrdaryo ota-onasi bo'lishdek, oliy baxt sizga nasib ro'z aylasin deymiz. Bugun mazkur koshonaga albatta Jo'rabek aka Arslanovlarni muborakbod etish maqsadida ularning eng yaqin insonlari, do'st birodarlari, qon qarindoshlari jam bo'lishgan. Maqsad bitta, u ham bo'lsa bugungi go'zal shodiyonaga sherik bo'lish hamda siz aziz yoshlarimizga dunyodagi eng ezgu va samimiy niyatlarni bildirishdan iborat. Shunday ekan, bugungi kun sizniki, bugungi go'zal shodiyona sizniki. Bugun bu yerda yangraydigan har bir qo'shiq, har bir tilak, hattoki go'zal va betakror raqslar ham faqat va faqat siz Мутабар яшларымызге башланады десек, менімше, хеч қандай мубалығы болмайды. Хотелось бы сказать огромное спасибо вам, уважаемые гости, за то, что вы не пожалели свое драгоценное время и посетили столь важное событие, посвященное нашим главным героям. Уверен, что сегодняшняя свадьба будет яркой и незабываемой и останется в памяти каждого из вас на долгие годы. Специально для вас сегодня здесь, этой сцены, будут выступать самые яркие звезды нашей страны. Они будут дарить для вас самые прекрасные композиции, ну и, конечно же, большая и единственная просьба от главных героев. Иногда покидать свои места, заполнять эту большую площадку, танцевать, веселиться и украшать эту свадьбу своими улыбками. Итак, мы начинаем нашу программу. Первая часть у нас более лирическая, то есть будут звучать красивые медленные композиции в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Евразия». Ну а танцевать на этой площадке для вас будут настоящие профессионалы, ансамбль национального танца «Офарин». Всем вам приятного и праздничного настроения, уважаемые дамы и господа. Демак, азизлар, томоша қиламиз, кузатамиз ва албатта баҳраманд бўламиз. Оқшомингиз мазмунли ўтсин, тўйлар яна бир бора муборак бўлсин.